На европейский рынок выходит гибридный вариант длиннобазной Audi A8. Бензоэлектрическое исполнение седана было анонсировано несколько месяцев назад, но реальные продажи стартуют только сейчас. Под капотом скрывается 3-литровый турбомотор V6. Гибридная надстройка устроена просто. В конструкцию 8-ступенчатого автомата добавлены электромотор и сцепление. Последний отсоединяет трансмиссию, когда автомобиль движется на чистом электричестве. Небольшой тяговый аккумулятор скрыт под полом багажника. Перезарядка батареи от специального терминала должна занимать около 2 часов. Пробег на чистом электричестве составляет 46 километров. По умолчанию гибрид всегда трогается на электротяге. Но есть любопытная опция. В режиме Hold электроника будет поддерживать уровень заряда батареи, чтобы водитель имел возможность проехать нужный отрезок без включения ДВС.